На официальный аккаунт главы Карачаева-Черкесии в социальных сетях периодически поступают обращения от населения с просьбами обратить внимание муниципальных служб и территориальных властей на те или иные проблемы. Одно из последних обращений касалось стихийной свалки возле дошкольного учреждения Черкеска. О том, что было сделано по данному вопросу, в репортаже Артура Мхце. Большинство населения нашей республики уже привыкло к тому, что можно чужими руками что-то починить, устранить, заменить. Причем подобное зачастую происходит не после письменного обращения, а вслед за жалобами в социальных сетях. Вот и теперь жители Черкесска сообщили о стихийной свалке возле детского сада по проспекту Ленина на официальный аккаунт главы Карачаева-Черкесии. В социальные сети обратили жители города Черкесска о том, что образовалась несанкционированная свалка на данной территории. Управление жилищно-коммунального хозяйства привлекло специализированную организацию по уборке территории, и данная свалка была устранена. Мусора очень много. Буквально рядом в 5 метрах находятся мусорные контейнеры, но некоторые недобросовестные жители не доносят до мусорных контейнеров и выкидывают там, где им удобно. Стихийная свалка появилась на территории, которую раньше занимали незаконно установленные гаражи. Коробки убрали по распоряжению мэрии Черкесска, но освободившееся место люди приспособили под складирование мусора. И это при том, что совсем рядом есть площадка с контейнерами. Но, видимо, такова природа некоторых людей. Жить в чистоте им некомфортно. Мусор сейчас появился, потому что кто-то опять бросает, вот эта детская площадка, да, было чистенько, хорошо. Потом кто-то положил пакет с мусором, и люди начали постоянно класть, люди. Ну, так же нельзя, правильно? Mm-hmm. Теперь вот там вот были у нас гаражи убрали, и после этого не убиралось ничего. И люди начали, и банки, и склянки, и мешки, все, что это. Ну, потом пожаловались. Как бы тут же рядышком, в 10 метрах детский сад, видимо, мамочки где-то это сфотографировали, выложили куда-то, куда следует. И тут же после обеда я иду, ничего нет уже, все вывезли. Залежи мусора с прилегающей к детскому саду территории убрали. Однако через считанные дни свалка появилась на новом месте. Мусор и сухостой люди начали складировать на бывшей спортивной площадке. Так что, скорее всего, стоит ожидать новых обращений от населения. Артур Мхце, Михак Аракелян, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия.